Абаканки. Сегодня в Абакане массовый забег. День физкультурника. 80-летие. Главные спортсмены уже готовы. С праздничком вас сегодня уже официально. С праздничком вас. Слав, это вы? Это будущее. Ну, практически да. Понятно, Коля, да. Сенсей, или как они там? Сенсей, пару слов поздравления нашим физкультурникам. Вот так вот, в Инстаграме, да? Ну что, дорогие мои друзья? В Ютубе или в Инстаграме. С праздником, днем физкультурника, днем здоровья, молодости и бодрости. Успехов, удачи, везения, всегда, везде и во всем. Отлично, ваше поздравление нашим спортсменам, физкультурникам. С праздником, конечно. Спортивных вершин, побед, новых впечатлений. Вот это отлично, отлично, отлично. Через сколько у нас забег начинается? Вот так вот. Я готов. Вы приглашаетесь на видеостарт для построения. Уже что ли? Отлично, итак, участники уже готовятся к забегу. Первый забег у нас будет праздничный забег, бегут абсолютно все. Так, вот у нас спортсмены, готовые для забега. Ну что, дорогие ребята, уважаемые взрослые, разрешите мне от всей души, от всего сердца поздравить вас с праздником молодости, с праздником здоровья, с праздником здорового образа жизни. С днем физкультурника! Ура! Дорогие ребята, прежде всего я вам хочу пожелать продолжать также активно заниматься физической культурой и спортом, достичь высоких спортивных результатов, но это, конечно же, не самое главное. Самое главное — быть здоровыми, сильными и послушными. Учиться только на одни пятерки. Но вам, уважаемые взрослые, хочу пожелать. Вот у нас в спорте есть такой девиз: быстрее, выше, сильнее. Мы его немножко перефразировали. И я вам желаю успехов, удачи, везения всегда, везде и во всем. С праздником Днем физкультурника! Хотел бы слово предоставить заместителю начальника комитета Сергею Владимировичу Филимонову. Уважаемые друзья, я рад, что вы сегодня нашли время, пришли на наши оздоровительные забеги. Я присоединяюсь уже к словам поздравления. Ну и, конечно, желаю вам спортивных вершин, здоровья, долголетия. Ну и приходите на наши спортивные мероприятия, мы всегда рады вас видеть. С днем физкультурника! Наш старт начать с приятной минутки, мы хотели бы сегодня вручить поздравительный адрес Управления культуры, молодежи и спорта, вручить одному из наших постоянных организаторов и участников данного мероприятия, одного из родоначальников этого мероприятия спортивно-физкультурного, замечательным днем праздником здорового образа жизни. Эта дата — прекрасная возможность сказать теплые слова благодарности вам за вклад в развитие спорта в городе Абакане, за многолетний добросовестный труд, за ваш опыт. Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, удачи и радости. Пусть бьются старые рекорды и ставятся новые, а энтузиазм и упорство помогают побеждать в любых жизненных ситуациях. Уважаемый Сергей Аркадьевич Федоров! Привет, Сергей, вам поздравления! Вас хочется поздравить также наш участник забега, постоянный участник забега, кто предоставляется Иванову Александру. Так, в первую очередь, сегодня хотелось бы отметить ветеранов наших, тем, кому за 50, но они, несмотря на свой возраст, каждую субботу здесь. Ну, такие небольшие призы, сделанные своими руками. Прибыли в них. Делать нечего, на пробежку в парк иди. Там такие же, как ты. Закаляйся, будь здоров, позабудь про докторов. В нашей теме сто пудов. Миллионы городов, миллионы городов, миллионы городов, миллионы городов. Спорт — Россия — это сила. Это мощь, спорт — Россия, это сила, бег с утра, это мощь.
нечего на пробежку в парке Ди. Там такие же, как ты. Закаляйся, будь здоров. Позабудь про докторов. Нашей теме сто пудов. Миллионы городов. Бегай утром, бегай вечером. Есть дела и делать нечего на пробежку в парке Ди. Там такие же, как ты. Закаляйся, будь здоров. Позабудь про докторов. Нашей теме сто пудов. Миллионы городов. Спорт Россия, это сила, бег с утра. Это мощь, спорт Россия, это сила, бег с утра. Спорт Россия, это сила, бег с утра. Это мощь, спорт Россия, это сила, бег с утра. Это мощь, бег, спорт, ЗОЖ. Это все не выпендрешь. Бег, спорт, ЗОЖ. Это все не выпендрешь. Полтора километра пробежали. Поздравляем всех с Днем физкультурника. Все запыханные, все запыханные, но счастливые. Всех с праздником. Не стремитесь быть чемпионом мира. Занимайтесь спортом. Массовый спорт самое лучшее, что может быть. Занимайтесь для здоровья. Будьте молоды, красивы, прекрасны, сильны. Все будет у вас хорошо. Всех поздравляю еще раз с праздником. Ура! Постоянных участников. Как они называются, эти ваши карточки? Так, карточка участника гос стартует все. Поздравляю вас. Сколько уже забегов? Сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь забегов уже. Я себе, пожалуй, тоже сделаю такую карточку. Ты себе сделаешь? Хочешь? Будешь бегать по субботам? Нет. Да? Нет? В общем, надо себе тоже сейчас сделать такую же карточку забега и стартовать со всеми. Забеги у нас прошли, теперь у нас будет велозабег. Бегай утром, бегай вечером, есть дела или делать нечего, на пробежку в парк иди, там такие же, как ты, закаляйся, будь здоров, позабудь про докторов, нашей теме сто пудов, миллионы городов. Есть дела или делать нечего, на пробежку в парк иди. Там такие же, как ты, закаляйся, будь здоров. Позабудь про докторов, нашей теме сто пудов. Миллионы городов, миллионы городов, миллионы городов, миллионы городов. Спорт Россия, это сила, бег с утра. Это мощь, спорт Россия, это сила, бег с утра. Будьте внимательны, спорт Россия, это сила, бег с утра. Это мощь, спорт Россия, это сила, бег с утра.